От пустыря до зоны отдыха. Возле бульвара Сергия Радонежского, который появился у дома быта на Угличе в 2018 году, планируют установить скейт-площадку. Напомним, что до июня 2016 года здесь стояли спортивные элементы, которые установила молодежная организация «Сами». Их разобрали после того, как за площадкой перестали ухаживать, а рампы и трамплины стали опасными. Теперь роллер-дром может появиться на Угличе снова. На этот раз не шумные металлические конструкции, а бетонная площадка. Перестали ломать голову, а пригласили ребят, специалистов, наших экстремалов, в частности, и Кирилла Галушко, и Саша Сологуб, наш известный, есть. Они просто подсказали, что, слушайте, ну вот вы были на Угличе, сделали бульвар, да? Есть маленький стадион спортивный, школа рядом, детская площадка. То есть уже есть инфраструктура, куда можно, на наш общий взгляд, было посадить эту скейт-парк и... будет пользоваться спросом и успехом. С просьбой установить в Сергиевом Посаде скейт-площадку к депутатам и районной администрации в 2018 году обратилась спортивная молодежь. Министерство спорта Московской области поддержало инициативу. Место, чтобы заниматься экстремальными видами спорта на Угличе, в перспективе может быть похоже на площадку в Реммаше, но больше. Парк может занять до 800 квадратных метров. Рад, наконец-то, что будет что-то новое, потому что совершенно нет ничего, где можно тренироваться. Как мы знаем, что скейтбординг и BMX стали олимпийским видом спорта, а взращивать новое поколение, новых спортсменов нужно где-то, и нужны для этого специальные профессиональные площадки. Сквер на Угличе в 2018 году благоустроили по просьбам местных жителей, депутатов. Они же и будут следить за развитием территории в спортивном направлении. Мы будем советоваться с жителями, мы будем собирать их пожелания. И также со своей стороны обещаю, что мы проследим, чтобы все работы, которые здесь будут выполняться, выполнялись качественно и в срок. Снег еще не сошел, а на Угличе уже готовятся к летним работам по благоустройству. Опиливают и удаляют старые больные деревья в тех дворах, которые в 2019 году будут приводить в порядок. Сегодня было у нас удалено 11 тополей, одна береза, две рябины, один ясень. Все деревья, которые представляют опасность своим падением. Вы знаете, очень большое, конечно, у нас количество. Вот сейчас надо удалять этот рабочий поселок и Углич. Вот они как-то у нас более такие вот, много надо деревьев удалять. В этом году в Сергиевом Посаде планируют провести комплексное благоустройство 22 дворов. Из них два на Угличе. Администрация уже начала подготовительные работы. В том числе запущен конкурс на поиск подрядчика. Сегодня разыгрываются, запустили уже процедуру, конкурсных процедур. Мы будем выбирать подрядчика на асфальт, на обустройство парковочных пространств, на асфальтовые работы внутри домов, внутри дворов. Все эти работы уже идут, поэтому с нетерпением ждем лета. Екатерина Фурсова, Антон Коврижных. Тема.